Приветствуем вас, дорогие друзья, в проекте «Три сложных вопроса». И сегодня на эти вопросы нам будет отвечать певица, евангелист из Финляндии, но она служит по всему миру. И я так рада, что она является, можно сказать, послом от телеканала ТБН. С нами сегодня в программе Нина Астром. И мы задаем ей первый сложный вопрос. Нина, мы так рады, что ты можешь поделиться с нашими зрителями историей своего спасения, потому что ты встретилась с Всевышним лично, и это произвело колоссальные изменения в твоей жизни. Поделись, пожалуйста, как это произошло. Я родом из Финляндии, и как большинство финнов, я была членом церкви. Но это ничего не означает для большинства. Точно так же было и в моей семье. Они ходили в церковь и считали себя христианами. Я узнала о христианстве тогда, это было нормой. Где-то в возрасте 15 лет у нас проходил специальный курс о христианстве. Суть в том, чтобы мы сказали «да» или «нет», подтвердили свою веру. Я жила без Бога все мое детство и молодость. Но когда мне было около 14 или 15, Он начал говорить ко мне. Он начал призывать меня. Извини, как это происходило? Это так странно для русского человека слышать. Он начал говорить мне в сердце. Он поставил под сомнение мою жизнь. В то время у меня было все, и моя жизнь была очень комфортной. В школе все было чудесно, у меня были парни, друзья и так далее. Но он все поставил под вопрос. Он показал мне, что у меня нет настоящей жизни, нет вечной жизни. Безусловно, если кто-то другой задает такие вопросы, то они не так важны. Но когда эти вопросы задает Бог, все меняется. Я всегда ищу истину. Так было всегда. Даже не зная Его, я искала истины. И постепенно я начала понимать, что Иисус — это и есть истина, и что мне нужно отдать свою жизнь Ему. Тогда мне было 15. Вокруг меня было также много людей, которые стали верующими. В моем родном городе было большое пробуждение, и многие мои знакомые также покаялись, приняли Иисуса. Я начала понимать, что Бог — это жизнь, и что Он нужен мне. Но у меня была одна проблема, которая есть у многих. Я думала, что если стану верующей, пойду за Иисусом, то в жизни не будет веселья. Я думала, что это будет строгая религия. Делай это, делай то, не делай этого и не делай того. Я думала, что больше не будет той Нины, что я стану просто номером. Эту ложь в меня вложил мир и дьявол. Несколько лет я сопротивлялась, я говорила «нет, не сейчас». Я знаю, что это истина, но не сейчас. К 17 годам я устала от игры на две стороны. Это или то. Я знала истину, но не исполняла ее. Когда мне было 17, однажды вечером в январе, я была на церковной встрече вместе с молодежью. Я сидела одна, а другие сидели рядом. И каким-то образом Господь обратился ко мне и сказал, «Пора. Какой выбор ты сделаешь сейчас?» Тогда я поняла, что мне придется сделать выбор. И это не было какое-то эмоциональное событие. Я просто поняла, что должна сделать выбор. Хватит играть. И я сказала, «Хорошо, ты можешь прийти ко мне, Господь». Это было почти 40 лет назад. Можете сами посчитать. Конечно, тогда я мало что понимала. Сейчас я понимаю намного больше. Но я отчетливо знала, что должна сделать выбор. Я считаю, что на самом деле Он хочет, чтобы мы дали Ему разрешение сделать то, что Он может сделать в нашей жизни. Именно это я и сделала. Он взял меня за руку, и мы начали идти вместе. Но мы в третьей части нашей программы как раз узнаем вот эти вот потрясающие изменения, которые произошли в твоей жизни, и действительно,
Мне кажется, твоя жизнь является ответом на вопрос, скучно ли жить с Богом, превращаешься ли ты просто в какой-то элемент, просто в какое-то бесполое, ограниченное существо, или Бог, наоборот, открывает потрясающие стороны жизни. А сейчас мы переходим ко второму вопросу нашей программы. И это также жизненно важный вопрос, я считаю, что для каждого человека, какой бы ответ он ни нашел. Есть люди, которые решают быть одинокими всю жизнь, ну, одинокими может плохо звучит, но во всяком случае одними. И это самый непростой выбор бывает в жизни людей. Но также люди делают много ошибок, когда они ищут пару, с кем они будут проходить жизнь. И по каким правильным критериям встречать свою половину, какие вопросы нужно задавать самому себе в том числе или своему избраннику. Вот это очень интересно услышать от такого человека, как Нина, которая счастлива в семейной жизни. Мы с моим мужем Бенни познакомились где-то через год после того, как я стала верующей. Он также пережил кардинальные перемены в своей христианской жизни. Мы с ним из одного города. Но когда я увидела его на собрании, то в первую очередь подумала, какой красивый парень. Да, это было частью того, что я подумала. Но нельзя прожить жизнь с красивым парнем или красивой девушкой, понимаете? На таком основании нельзя строить, нельзя прожить жизнь. Да, ведь в первую очередь мы все стареем, но жизнь — это не только внешность. Безусловно, должно быть физическое влечение, привлекательность, но нам также нужна личность. Мы оба хотели понять, была ли в этом Божья воля. Он знает наши жизни, знает наши сердца. Например, в то время я не была певицей. Конечно, я пела, но не была певицей. Только Бог знал тогда, какой будет моя жизнь, а мы не знали. Мы не знали, какими мы должны быть, чтобы жить так. Вот почему так важно спрашивать у Бога, чего хочет Он. И Он должен показать свою волю различными образами, а мы должны прислушаться к Нему. Мы не должны говорить так, вот чего я хочу, Боже, согласись со мной. Мы должны признать, что Он знает лучше нашей жизни. И теперь, много лет спустя, я вижу, что очень хорошо, когда мы прислушиваемся к Нему. Глупо не прислушиваться к Господу. Если вы верующая, и вы выходите замуж за неверующего, такое бывает очень часто, то у вас может возникнуть множество проблем, потому что у вас не будет той общей точки соприкосновения. Библия говорит, чтобы мужья угождали женам, а жены мужьям. И для этого у вас должны быть общие ценности. Это важно. Ваши сердца должны принадлежать Христу. Поверьте, это очень важно. Возможно, какая-то наша зрительница говорит, «Я влюблена в этого чудесного парня». Или парень говорит, «Эта девушка так прекрасна, она не христианка, но она обязательно станет». Да, у нас хорошие отношения. Не обманывайтесь. Возможно, позже она станет христианкой, но вы не можете рассчитывать на это. Ведь когда вы выходите замуж, то хотите делиться самым сокровенным. Если Иисус – ваш Господь, то Он – самая важная часть вас. И если вы не можете поделиться этим, то как вы будете общаться? Как вы будете принимать решения? А решений, знаете ли, будет очень много. Их приходится принимать каждый день. Я считаю, что это очень важно. И какие вопросы вы задавали друг другу? То есть я поняла, вы уже знали самое главное, что ты и твой будущий избранник связали свою жизнь с Богом, посвятили свою жизнь Ему, слышат Его голос, послушны этому голосу. Но что еще было важным перед тем, как вы приняли, что вы привлекательны, что вы, у вас есть вот эта глубинная связь с Богом. Что было важно еще специально для вас в жизни? Я вспоминаю, что тогда ощущала естественное водительство от Господа, потому что мы оба хотели исполнять волю Божью.
Вот одна из тех вещей, которая важна для верующей, кроме физического влечения. Могу ли я уважать этого человека? И будет ли он уважать меня? Любовь во многом связана с уважением. Мы должны уважать супруга, чтобы быть вместе, жить вместе. Кроме того, есть еще один хороший вопрос. Мы часто слышим, как девушки или парни говорят, а подходит ли он мне или она? А я считаю, что нужно спрашивать, подхожу ли я ему. Вопрос не только в том, сделает ли он меня счастливой. Мы часто думаем лишь о себе. Вопрос в том, могу ли я сделать его счастливым? Хорошо ли это будет для него? Да, абсолютно верно. Я считаю, что важнее всего повиноваться Господу. А чтобы повиноваться Ему, мы должны знать Его, Его волю. А чтобы знать Его волю, нужно знать Его Слово. Мы должны читать Библию, молиться, пребывать в общении со святыми. Мы должны молиться вместе, читать вместе. Это те вещи, которые упоминаются в книге Деяния, все мы знаем их. Знаете, эти вещи делают вас человеком, который воплощает Божьи решения, те решения, которые принимает Бог. Библия также говорит, чтобы мы пребывали в Господе, и Он исполнит желания нашего сердца. Не просто какие-то желания сердца, хочу то или хочу это. Если моя воля становится похожей на волю Божью, тогда Он может дать мне желание моего сердца. И Он с радостью сделает это, поверьте. А для этого нам нужно знать Иисуса и Его Слово. Скажи, пожалуйста, вот после почти 40 лет брака, как вы проводите досуг вместе? Что объединяет вас вот помимо общей веры и действительно глубинного такого общения с Богом? Как вы вот вместе с семьей проводите время? Мы не упомянули один важный момент. Это то, что объединяет нас, наше обещание. Сегодня многие говорят, нам не нужно никаких обещаний, никаких официальных церемоний, мы просто любим друг друга. Я бы сказала, завет. Like agreement before, right? Yeah, exactly. Да, вот именно. Люди говорят, мы просто будем жить вместе, потому что мы любим друг друга. Кому нужно это кольцо и обещание? Но, знаете, обещание дается для того, чтобы защитить нас. Если ты любишь кого-то так сильно, что готов посвятить себя на всю жизнь, то это придает уверенности. Например, мой муж знает, что я пообещала быть с ним перед Богом и обществом. И наоборот, это обещание является защитой. Ведь бывают дни, когда тебе не хочется видеть свою половинку. Ты думаешь, о, я так устала. Да, и тогда обещание защитит тебя. Обычно в такие времена вопрос касается не только вас двоих, но и детей. Я считаю, что они имеют право рассчитывать на вас. Они не выбирали вас своими родителями, но им нужен отец и мать. Вот почему обещание так важно. Это то, что защищает нас. Все эти вещи связаны. Но опять же, важно знать, что влюбиться в кого-то — это не то же, что любить кого-то. Вы можете влюбиться. Ты знаешь, как это бывает. Ты не можешь думать ни о ком другом. Такие эмоции. Только он и он. Эти вещи уходят и возвращаются, но нельзя полагаться на них. Это чувства. А чувства приходят и уходят. Безусловно, они важны. Но любовь — это нечто большее. Представьте, что было, если бы Иисус не любил нас так. Мне кажется, что сегодня я люблю тебя, но завтра все может быть иначе. Какие бы взаимоотношения были у нас тогда с Богом, только представьте. Любовь отличается от влюбленности. Хорошо, а как вы поддерживаете любовь на протяжении 40 лет? Из-за работы мне часто приходится уезжать из дома. Мы не делаем что-то большое, обычные вещи. Мы просто сидим вместе дома и говорим о различных вещах. Безусловно, у нас есть дети, и мы говорим о них. Мы всегда считали, что важно иметь что-то личное, а также иметь что-то общее. Мы ходим ужинать, мы гуляем. Но ничего особенного. Это простые вещи, но они тем и ценны. Мы любим гулять по лесу, потому что мы финны. Все финны любят гулять по лесу. Также важно смотреть друг другу в глаза. Вы должны видеть себя.
Не нужно вести себя так. У меня плотный график, я очень занят. Смотрите в глаза и говорите: «Я вижу тебя, я люблю тебя, я слышу тебя». Да, также мы молимся вместе. Это очень важно. Молитесь ли вы за будущее поколение своих детей? Да, я молилась и молюсь за своих детей. Я молилась за своего первого внука и буду молиться и дальше. Я даже написала песню об этом. Вот о чем я думала. Я желаю добра своим детям и внукам, хорошее образование, хороших супругов и так далее. Но все это не имеет значения, если они без Христа. И вот о чем я молюсь. Например, сейчас я молюсь за внука так. Господи, я прошу, чтобы он стал мужем Божьим, стал благословением для других, и через это сам получил благословение. Вот что я просила для него, а вот что я просила для своих дочерей. Я просила, чтобы они всегда служили Иисусу. Все остальное также хорошо. Это приятные бонусы. Но если мне нужно выбирать между Иисусом и образованием, деньгами или даже здоровьем, все мы хотим здоровья. Если мне нужно выбирать между этими вещами, то о чем бы я молилась? Чтобы быть со Христом. Да, я молилась о том, чтобы они шли за Иисусом. Библия говорит: «Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, и все остальное приложится вам». И наш третий вопрос, очень важный тоже. Вот мы слышали, что Нина так переживала, что жизнь с Богом будет для нее ограничением, что она перестанет быть яркой личностью, уникальной личностью, какой она себя ощущала, что ее жизнь будет ограничена разными правилами и убеждениями людей, может быть, которые теперь станут частью ее жизни. Но этого не произошло. И во что превратилась ее жизнь, в какое приключение, как найти свое призвание, Нина ответит нам сейчас в третьей части нашей программы. Как найти свое призвание, как жить в нем. До того, как стать верующей, я думала, что буду ограничена, буду серой мышкой, но я не могла ошибаться сильнее. Теперь я понимаю, что если хочу узнать, кто такая Нина, то должна приблизиться к Иисусу. Моя личность сокрыта в Нем. Вот что я поняла. Он вложил в меня и во всех определенные качества, определенные дары и характеристики. Они будут цвести лишь в Его плане. Я могу неправильно использовать свои дары, свою личность, свои психологические силы, но если все это сокрыто в Нем, то они начинают расцветать, делая меня той женщиной, которой Он хочет меня видеть. Этого нельзя найти вне Иисуса, вне Бога. Люди думают, что сами построят свою жизнь, но это невозможно. Это обман. Опять же, я считаю, что важно найти свое призвание через познание Бога. А познать Бога мы можем через Его Слово, через молитву. Он шаг за шагом начинает формировать наши желания. Безусловно, иногда Он дает прямое водительство, как это было со мной, когда я начинала тюремное служение, или когда шла на Евровидение, там было прямое указание. Но в основном суть в том, чтобы стать человеком, который желает того же, что и Бог. Вот как нужно находить свое призвание. Когда ты поступаешь так, то качества, которые есть в тебе, становятся на свои места. Например, я могу петь. Кто-то другой может делать что-то другое, а я пою. И чтобы расцвести в этом, я должна пребывать в Иисусе. Жизнь нужна не для того, чтобы брать, а чтобы давать. Если я буду думать только категориями «дай, дай, дай» и все и сейчас, то я буду просто несчастлива. А чтобы быть счастливой, нужно давать. Так поступал Иисус. И вот ты стала вот лауреатом конкурса Евровидения от Финляндии. Ты выиграла все конкурсы, и ты представляла свою страну в 2000 году. И, казалось бы, перед тобой открыта была карьера вот светская, но ты пошла дальше, чем ты представляла до этого. Ты стала петь и
общаться с людьми вот в самых разных странах, в самых разных местах, и в том числе в тюрьмах. Поделись, пожалуйста, вот немножко вот этой стороной своей жизни и расскажи людям, куда может привести их Бог. Вначале я тоже думала, что буду певицей, но Господь взял физические вещи и сделал из них нечто большее. Теперь, зная то, что Он сделал, я бы ни за что не поменяла это на что-то другое. Когда я в Иисусе, то реализуюсь как личность. Жизнь в Божьем плане дает намного большую самореализацию. Сначала мы можем думать, что если отдать Ему всю свою жизнь, все права над ней, то Он превратит ее в серую и скучную. Но на самом деле Он знает меня лучше, чем я сама. Он знает, как сделать так, чтобы Нина расцвела. Я не знаю этого. Лучшее, что я могу сделать, это отдать свою жизнь в Его руки и сказать: «Делай, что хочешь». И теперь, когда мы занимаемся тюремным служением в разных странах, 30 лет тому назад я бы подумала, кто хочет заниматься тюремным служением? Это же тюрьмы. Возможно, лишь бывшие заключенные. Да-да. Но теперь я вижу прелесть его плана. Я вижу, как он изменил меня и как меняет людей через меня. Это всегда работает в обе стороны. Он благословляет других через тебя и также благословляет тебя через других. Он может такое. Мы не можем представить себе то, что он даст нам. Часто это не то, что легко принять, но эти вещи лучше. У меня была хорошая подруга, которая умерла несколько лет назад от рака. Она умерла в 40 лет, в лучшем возрасте. Она была верующей. Но когда у нее нашли рак, и она начала бороться с ним, то приблизилась к Богу. Это были новые отношения. Я помню, как в последний месяц своей жизни она сказала мне: «Если бы сейчас я могла выбирать между жизнью с раком и приближением к Богу, или жизнью без рака и без приближения к Богу, то я бы выбрала рак». Она знала, что это приблизило ее. Она была в Божьих руках. Конечно же, она хотела выздороветь. Я говорю о том, что это могут быть трудности, но когда мы отдаем свою жизнь в Его руки, то это лучше, и мы это видим. Я хочу сказать, не слушайте ложь, которую это общество говорит нам. Всегда ставьте себя на первое место. Пытайтесь получить все здесь и сейчас, остальное не имеет значения. Это ложь, которая продержится совсем недолго. Жизнь — это долгая вещь. И после этой жизни нас ждет жизнь вечная. Вот почему лучше выбрать Бога. Я знаю, что не могу кого-то убедить, я просто могу поделиться своим свидетельством. И так было все эти годы. Не слушайте тех, кто говорит: «А, Иисус умер давно, кому какое дело?» Не слушайте дьявола, который может говорить вам в сердце, что вы настолько ужасны, что не интересуете Бога, потому что наделали столько грехов. Или он может сказать наоборот: «Да ты нормальный человек, ты же не убийца, у тебя все хорошо». Все так поступают. Вот именно. Дьявола не интересует, какую ложь говорить. Главное, чтобы вы верили. Он готов говорить любую ложь. Не слушайте ложь, слушайте истину. А истина — это Иисус. Я знаю, что придется плыть против течения, но если хочешь достичь источника, источника воды, источника жизни, то нужно плыть против течения. Все послание этой программы «Жизни Нины», оно, конечно, о том, кто стал центром, силой, направлением ее жизни, о Христе, который так многогранно выражает себя через наше сердце, который на самом деле обогащает нашу жизнь, который приводит в нашу жизнь правильных людей, соединяет нас, придавая глубину вечности взаимоотношениям, служению, дарам, которые вокруг нас, и наполняет нашу жизнь светом. Я хочу сказать, что Христос также, вот особенно для женщин, секрет красоты. Посмотрите на Нину. Трудно поверить, и если я правильно посчитала, как она сказала в начале программы, что ей 57 лет, то есть это женщина, которая выглядит минимум на 20 лет моложе. И пусть Бог всегда будет силой, красотой, наполнением вашей жизни, потому что Он приносит с собой радость, смысл,
подлинное счастье, подлинное удовлетворение и богатство не только сейчас, но и в жизни.